приходом морозов возьмите спирт и обычный шприц. Наполните шприц спиртом или водкой и оставьте его в бардачке или багажнике автомобиля. Теперь с помощью его вы сможете разморозить замки, либо же примерзшие дворники. Чтобы сэкономить на ароматизаторах салона, можно взять съемный блок для домашнего освежителя воздуха. В помещении такого блока хватает на 60 дней, а в салоне автомобиля хватит на 2 раза больше. Чтобы убрать шерсть с животных с обивки сидений, можно использовать специальную щетку, а можно воспользоваться шкребком для стекол.